Семена подсолнечника однолетнего Сатурн, однолетний Сатурн, высаживают в открытый грунт на расстоянии 25-30 см друг от друга. Делается это в конце апреля или в начале мая. Растения любят открытые солнечные участки, хорошо переносят порывы ветра. Отличительной чертой солнечного цветка является необычный окрас. Яркая темно-малиновая середина соцветия интересно сочетается с его горчично-желтыми лепестками. Стебель однолетника вырастает крепким и рослым, до 120 см в высоту. Подсолнечник Сатурн используют для декорирования заднего фона бордюров, цветников и клумб. Подходит для срезки. Подсолнечник однолетний Сатурн – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для живых изгородей. Подсолнечник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания подсолнечники прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает подсолнечник однолетний Сатурн в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.